Так, заходит у нас Инс. И все, команды начинают. Поехали, поехали. Вторая карта. Это процесс, это Россия-Словакия. Болеем за сборную России. А теперь главный вопрос, получится ли роллаут у Сано. Нет, не получилось. Медленно выходит Сано на этот центр. Занимается вверх сборной Словакии. Впервые удается за счет того, что Димамен наш вышел долго. Размен пока что один в один. Вот уже умирает Димамен словаков. Умирает также солдат. Убивает еще скаут. Получается нашим отжать словаков с центра. Полетели наши в аркаду. Пытаются не упустить словаков. Остается один медик. И отлично, отлично. Забирают они вообще всю команду Словакии. Не удалось им отступить. Какая агрессивная игра. Прочувствовали момент, когда можно погнаться просто и за оставшимися убегающими в панике словаками. И забрали всех. Все правильно сделали. Инженер, хэвик на власти у словаков. Но главное, что у них нет убера. Слобби заходит в сборную России. Стопроцентное преимущество у них. Сано быстро вылетает, пытается сфокусить медика. Хэвик прыгает на точку. Надо просто убивать сейчас и вставать, капать точку. Ну вот пушку пока не удается снести, насколько я понимаю. Ну вот, наконец-то. Наконец-то встает наша на точку. И это очень быстрый 1-0 в пользу сборной России. Надеюсь, такой счет не сказался на морали словаков, и они нам еще покажут интересную игру. Интересную, конечно, но не такую, чтобы обыграть наших парней, естественно. Быстро аркада от словаков. Влетает тут по очереди солды, пытаются кого-то зафокусить. Но пока еще нету минусов, вот только пошли вот сейчас минуса. Минус Сано, минус Дима, минус Анлим. Надо пытаться отойти Найру, вылетает на него Димамен. Остается один Найр. Где же он? Не, он тут вообще вся команда за ним гонится, надо просто килл прописывать перед таком. Ну вот мы видим просто зеркальную ситуацию. Когда вся команда просто противоположная умирает, и посмотрим, получится ли без убера деф сборной России. Снайпера взял инст, кстати, посмотрим, получится. Может мне получится дропать медика, например, или Сано сейчас дропит медика. Ай, был шанс у Инса, не попадает он, к сожалению, по вражескому медику, но было близко. Зажигаются словаки, прячется наверх, ну вот надо точку доблочить, вот это главная проблема этой точки, этой карты точнее. Что когда нет убера, команда слишком зажимается, либо наверху, либо в респе, и просто отдает точку. То есть практически никого не успели убить, даже сборная России. Третий раунд, счет 1-1. Ну вот тут мы уже видим борьбу, кстати. Неудачная аркада от Диаса, уже неплохо. Минус один солдат, и вряд ли уже получится словаком. Да, отлично, сам съел, nice one. Сейчас посмотрим, пойдут ли вперед наши, но хотя минус 2, наверное, не пойдут. Нет, вылетает Дима, вылетает Сано. Очень агрессивно наши ведут себя, просто что-то нереальное творится на этой карте. Игра ужасно активная. Я не знаю, как это назвать. Просто не задерживается команда ни на одной из точек. Сразу бегут вперед. Зажигается Убер. До сих пор не закапали, правда, вторую точку наши ребята. Умирает Энайр, вот это обидно. Так, Сано жить, Сано надо отступить. 4 в 4 идет война. Я думаю, что прогонят наших со второй точки, да, тем более, что у нас нету хила. Сейчас, скорее всего, на минус 2 пойдут словаки вперед. Возможно, надо как-то бэкапить или что-то. Там в компах я вижу, кто-то засел из наших. Нет, Анлим уходит с компов. Видимо, там же умирает Эпик. Отжимают наших с центра. Преимущество 25% у сборной Словакии. Как, опять же, аркадно играют команды, не дают нашим уйти на вторую. Делают уже минус 4. Анлим остается в сорсе. Не получается не убить солдата.
Там где-то Инс еще умирает. Или пока живет. Нет, Инса тоже убивают. Продолжается дуэль солдат в Сорсе. Ну, он что-то затраплен Лимуши. Просто он кушает аптечки и живет до сих пор. Опять раз, 100% преимущество у словаков. Ну вот как так-то? Загораются словаки, у наших хэвик на ласте. Наши в полном составе, надо блочить точку. Сано отлично делает минус, надо трапить ему точку. Хорошая банка от Сано, еще одна хорошая банка от Сано. Боже, что он творит? Сейчас не отпустят еще медика, не отпустят Димамена. И это минус 6, хорошо, дефли из безубера. Теперь надо идти дальше. Сано полетит трапить респу, возможно, сейчас. Так, сейчас у нас немножечко подлагает. Так, а у нас адский взял, простите, солдат, или мне показалось? Да, поменялись классами сейчас словаки. Вот Кракен с адским поменялись классами. Ну, возможно, я, кстати, только сейчас заметил, я не знаю, когда именно они это сделали. Но игра, безусловно, у словаков пошла. Преимущество у словаков, сейчас выбер, умирает Анлим. И сейчас пойдут реализовывать. Возможно, даже без убера сейчас просто пойдут на центр словаки. Не, ждут они убера. Знают они, скорее всего, о своем преимуществе. Вот уже накопился убер у DFT. Выходят они в пуш. Пока что не горят, надо как-то зажечь сейчас словацкого медика. Умирает, у нас уже двое человек, до сих пор не горит словацкий медик, что ж такое-то, надо как-то зажечь его. Капается центр, и пойдут сейчас на вторую, хотя Нара к этому времени уже докопил свой убер. Но минус 2 у сборной России. Выходят со стрелы, по крайней мере пытаются выйти словаки. Так, умирает скаут, наверное, не пойдут. Да, отступят сейчас словаки. Там с компов уже Анлим поджимает, судя по всему. Не знаю, дадут ли ему выйти. Нет, пока не дают. Наш тоже пока на минусе не выходят. Очень осторожно играют команды, 1-1. Понимают они, что слишком много на кону. Нет, вот наш пытаются выйти. Горит сборная России, горят словаки. Пока что нету минусов. Наши, по-моему, зашли впервые. Умирает Анлим, очень битый медик словаков. Мансит он тут как может. Кракен делает минус, отстреливается неплохо баночками. Уже минус 3 у сборной России, умирает Кеста Димамен словаков. Респата ближе у сборной Словакии, так что нашим надо бы отступить, скорее всего. Так, Инс умирает... Убивает Диаса, правда умирает наш медик. И очень плохо пока что для наших парней. Отступают они, надо убивать медика словаков. Вылетает Анлим, нет, передумал, полетел обратно сразу. Нет, карта вторая, первую нашу выиграли. И сборная Словакии, у них преимущество. Сейчас пойдут они на ласт. Эпик взял снайпера, будет пытаться дропнуть медика на выходе, скорее всего. Горят, горят сразу же словаки. Чтобы наверняка, что называется. А Динозору удалось нашим задефаться без убера. Посмотрим, получится ли еще раз. Просто на пофиг, опять же, встают словаки на точку и удается им закапать. Ну, то, о чем я говорил. Просто сыграть в точку. И выходит словаки вперед на этой карте. Кто бы мог подумать. Смотрим очередной выход на центр. Диас залетает на аптечку, улетает обратно. Ну, собственно, аптечку он забрал, свою миссию выполнил. Занимают наши ребята вверх.
аркада от адского. Ну, пока что, кстати, неплохо вот с этой сменой классов идет у словаков. Может быть, так им и лучше действительно играть, что на самом деле странно. Минус 3 уже у словаков, и Найр там кого-то убивает своим арбалетом. Отжимают на вторую точку сейчас синюю команду наши. Сано там танкует. Смотрите-ка, не боится. Ну правильно, минус 2, поэтому все нормально. Можно дальше идти, спокойненько занимать вторую, трапаться здесь. Ну а дальше... Там 3 инженера сейчас в один момент было у словаков, просто 3. Наверное, это не критично, потому что сразу же они поняли свой фейл и поменяли обратно. Строится пушка. Будут, скорее всего, выходить с субером размениваться. Либо сливать скаута, брать снайпера, например. Ну там уже отстроилась пушка, наши халдят в лобби. Ну, что-то пока что не... Ну как, вот... А, ну Эпик сливается, скорее всего, сейчас возьмет у снайпера. Сейчас главное не пропустить пуш какой-нибудь. Вот, умирает еще инс, а вот это уже плохо, уже минус 2. Сано мы видим, смотрит трапы, ну просто на пофиг, выходит на него солдат, ну нельзя так делать. Никто не крыл Сано. Пойдут сейчас словаки пушить, хотя вот неплохие минуса от наших солдат. Зажигается очень рано DFT, наши горят в ответ. Минус 2 на минус 2, но наших лучше убер. Надо прогонять со второй точки словаков. Ну, господи, теряют они и Найра. Битый DFT убивает его инс, инс делает уже минус 2. Битый Кракен, надо добивать Кракена и капать вторую точку. Остается двое живых уже у словаков. Летает тут адский. Ну, давай, добей. Ну, не попадает Эпик. Ну, знал же, что он будет прыгать на аптеку. Ну, ёшки-матрёшки. Хедшот вешает Эпик и добивает ботиком солдата. Но пока не пытались там кого-то добить, точку-то никто не капал. А это очень плохо. Господи, Томатский залетает на отрезвившийся Энайр и убивает его. Очень плохо. И преимущество будет у словаков. Выходят они на центр. Преимущество будет где-то процентов 40, наверное. Давайте посмотрим от леса Эпика. Может, у нее что-то получится. Интересное. Убивает инс Диаса. Хорошо, минус 1. Можно понаглеть уже. Анрим там наглеет с компов. Хотя инса тоже убили. Ну, сейчас уже будет убер у словаков. Надеюсь, Найр считал убер, и надо бы нашим отойти, а то сейчас они нафиг все помрут здесь на убере просто. Горят словаки, надо убегать. Эпик не убежит уже, скорее всего. Да, Эпик не убегает, главное, чтобы убежал Энайр. Энайр уходит, но потеряли двоих на отступлении. Очень плохо. Не пойдут, или пойдут блочить. Смотрите, 95% у Энайра, отличная там аркада. Наши солды вылетели, убили уже троих человек. Энайр только сейчас зажигается, но, кстати, не всем понятно, зачем он зажегся сейчас. Мне кажется, можно было сохранить убер, но, безусловно, ему виднее. Остается один Диас у нас в лобби. Вот вообще непонятно, как наши играют. Вот думаешь, нифига мне сейчас не получится выйти. Там еле-еле докапливает убер Энайр, и кто-то уже убил всех словаков в это время. Просто я ничего не понимаю, простите. Пути сборной России просто неисповедимы. Занимается центр российской сборной. Убер у команд одинаково. Эпик взял скаута обратно. Кстати, остается 16 минут до конца. Счет 2-1, напомню, проигрывает сборная России пока что. Но я думаю, что все будет нормально. ХП было у Демоса мало. Ну, возможно, спасал он Демоса своего. Но опять же... Гореть ради этого, не знаю. Ну ладно, с другой стороны, я же не медик сборной России. Хотя у диванных аналитиков тоже есть право. Зажигаются уберы. Минус 2 уже у сборной Словакии. Пока что все неплохо.
танкует, там пошел наш солдат во вражеское лобби, зашел, мы видели. Посмотрим, Анлин там забирает адского, неплохо. Двое живых остается у словаков, сейчас, скорее всего, одного скаута... Нет, нету у наших скаутов, чтобы капать шпиль. Капает шпиль, видимо, солдат. Долго будет он капать шпиль-то. Уже наши тут засели на ласте, но вот как бы сейчас... Не поплатились они за такую наглость, на самом деле. Нет, пока что вроде все нормально. Или нет, респаются словаки. Найр, живи. 10 хп, попадает Кракен. Блин, а Кракен-то раздает демонса, вы посмотрите. Как же поторопились наши ребята. Очень обидно. Если бы хотя бы был живой демомен, который смог бы затрапить респу, это одно. Но на ласте у нас были два солдата и медик. Отжимают словаки наших. А там бэкап, бэкап, бэкап. Эпик, эпик просто молодец. Выручает он своих ребят. Отличным бэкапом. Счет 2-2. Фух, я уж испугался. Счет 2-2, выходит команда на центр. Быстро копится убер у Найр. Они критыли там часом. Нет, там обычный убер. Блин, ну когда же криты-то будут? Так, агрессивно команды занимают верх. Наши пока что в более хорошей позиции. Минусов пока что нет, но отжимаются словаки. Наши их переспамили. Надо убивать солдата. Солдата забрали, но в пятером отошли словаки. Неужели пойдут сразу? Вроде только один минус словаков, но все равно наши лезут вперед. Оставили одного скота на капе центра. Накопился убер у Энайра. Ну, там не потерять никого. Гори, гори на Диму! Спасает Диму Энайр, отлично. Минус два словаков, у нас у наших только один эпик умер. У наших убер должен быть, возможно, лучше. Прогоняют наши со второй точки словаков. Там инф продолжает раздавать. Убивает солдата. Ну, убер одинаково. Посмотрим, возьмет ли кто-нибудь снайпера. Нет, эпик снайпера не берет. Возможно, инс возьмет. Нет, инс тоже не берет снайпера. Решили дефолтными классами пушить ласт. Очень напряженная вторая карта, но тем интереснее смотреть нам. Понятно, что ребята потеют, стараются, волнуются. Но вот нам-то что нужно. Нам нужна такая игра. Ну и, безусловно, победа сборной России, но это уже... Нет, ну ладно, о чем я? Главная победа сборной России, правда. Убивает Диас в лобби Диму. Разменивает инс сразу его, отлично. Сано выходит, пытается в наглую убить снайпера. Сейчас полетит. Нет, ну куда он? На убере выходят Россия. Зажигают медика вражеского и отступают. Не, опять они почему-то не хотят вкусить пушку перед выходом. Странное решение. НР просто разворачивается, бросает своего солдата в лобби и убегает. Ну вот, инс взял снайпера. Кстати, интересно, почему не эпик берет снайпера. Ну, инс, по-моему, тоже неплохо играет на снайпере, поэтому... Ну и тем более он умирал. Так, осторожненько приближается к карману. Очень уж издалека решил зайти он. Но все равно ему тут неплохо открыл. Сейчас можно в пятку, стрелять в пятку. Ну можно скаута убить просто будишотом. Пятки вполне достаточно. Вот, ой, хорош. А что, не было... А, у него оверхил был, наверное. Да, там у скаута, видимо, был оверхил. Ну, пора уже, наверное, менять с места дислокации инсу. Вот, может, Демоса? Демоса? Нет, не удается. Демосу побежал на Зигу теперь. Но мы до последнего будем смотреть сейчас. Диспенсер! Убей хотя бы диспенсер! Нет. Вот центы вкусили, неплохо. Дуэль снайперов. Выигрывает эту дуэль Марос, но... Всего лишь хедшот, всего лишь в оверхил, поэтому... Там прогорает Энайр, непонятно зачем пошли пушить, решили не ждать. Видимо, хорошую тайминг словили, решили, что вот сейчас надо пушить. Убивает уже двоих, зажимается в респе
Словаки, отличный хэдшот, медика убивает Инс и выигрывает раунд сборной России, молодцы. Мы-то сейчас смотрели от лица снайпера, но, видимо, там кто-то решил, из тех, кто колы раздает, что вот именно сейчас нужно выйти, решили не ждать минуса от снайпера и просто выйти убер на убер. Возможно, потому что пушку зафокусили и на этом решили выйти. Сано уже минусит Кракена, видимо, там была аркада. Аркада также забирает словацкая нашего медика. DFT живет. DFT остается вдвоем с своим скаутом. Наверное, сейчас будут пытаться агрессивно сыграть наши. Пока что дефает неплохо. В спину заходит еще Инс. Но тут скаут не отдает своего медика в обиду. Хорошо задефал он сейчас. От двух скотов своего медика. Так, я счет поменял там. Да, счет поменял. 3-2 сборная России отлично отыгрывает вторую карту. Выигрывает 3-2, напомню. Остается 9 минут до конца. Преимущество по уберу у сборной Словакии. Знает об этом, безусловно, Инайр. Поэтому наши немножко так около своего камня стоят. Надо отжиматься на вторую, при этом пытаться зажечь сейчас DFT. Вот аркада на нашего мида. Наши никого не теряют. Инс умирал немножечко раньше. Но, с другой стороны, DFT тоже не горит. Вот Инс взял на деф скаута, простите, снайпера. По-моему, бодишотом попадает солдату. А у Адского получается убить Найра. Как же так? Горят словаки. Аркада на снайпера. Остается трое живых у сборной России. Сейчас Сано тоже умрет. Остается Дима и Эпик. Где они? Где они? На ласте, наверное. Так, Дима хорошо дефает лобби. Эпик капает вторую точку, но тут на ласте НР дефает свою последнюю точку. Отлично. Сам не умирает, потому что ему вовремя прилетает его покет-солдат и дефает. Вот сейчас бы не умереть еще. Ладно, хорошо, замансил от ракеты. И выжил. А в это время Эпик успел закапать вторую. И очень хорошо задефали наши ласт. Это, конечно, было очень рискованно. Но главное, что... Главное результат, главное, все получилось. На минусе пойдут сейчас наши на центр. Небольшое преимущество убери 20% у сборной России. Выходят они просто на характере. Убивает снипа нашего Демоса. Это очень обидно. Наши давят. Не дают отойти сборной Словакии, давят дальше, оставляют одного скаута и идут уже на вторую. Аркада на Энайра, законтрили, минус 6, тимвайп. Респается один солдат. Так. Смотрелся я на чате, к сожалению. Зажгли нашего медика. Пытаются наши зайти без убера, на прогорающем уже убере заходят. Наверное, зря умирает сейчас у наших Дима. Энайр надо бы убежать. Да, Энайр убегает. Ну, в принципе, даже то, что они... Ой, то, что Сано отдали, это уже плохо. Там кто-то в лобби бегает, это был Эпик. Отступает наш центр, потому что минус 2, тем более нет Дима Мэна. Остается до конца 6 минут. Так, кто-то там в спине бегает. На ласте пытается забэкапить солдат. Анлим убивает. Боже мой, тут наши еще выходят на вторую. Остается вдвоем. Точнее, Анлим вообще где-то на ласте бегает, я так понимаю. Да. А Энайр убежал. Ну, я думаю, что знает об Анлиме. Он сейчас будет вылетать, пытаться зажечь DFT. Ну, у DFT еще нет убера, кстати. Вот сейчас соточка только появилась. Ну, может, он просто к своим уйдет? Нет, надо зажигать, наверное. Все еще не теряет надежды Анлим что-то сделать, но вот он уже к своим убежал. У Инайра есть убер. Сейчас будут дефаться на второе наше сборное. Зажигается рано DFT, только сейчас зажигается... Ой, тут аэршот от Димы, забирает он отлично солдата. Давай аэршот еще один. Нет, там битые очень в сорсе ребята, надо Диме забирать их.
Убивает солда. Сано очень бит, наверное, разобьется. Нет, нет, 2 хп живет Сано. Стрелу ждет, стрелу получает. НР тоже бит, а где-то остается один только Кракен. Но Кракен у себя на второй бита, и уже никакой угрозы нет для нашего медика. 5 минут до конца. Преимущество 50% в сборной России по Уберу. Напряженнейшую игру мы наблюдаем. Хэвика взяли в деф. Словаки. Разборки в компах. Там биты инс мы видим. Еще я слышал снайпера. Да, Марас взял снайпера. Неплохо он. Выходит наш из Сорса. Напомню, у них преимущество. Надо гореть. Отступают на вас сейчас словаки. Ой, отличный хедшот от Мароса. Тем временем Инар прогорел. Надо убивать Хэвика. Так, ну вот, вот только не в шпиле стрелять надо, а в Хэвика. Это не получился пуш у наших парней. Не получилось у них вовремя зафокусить Хэвика. Он там просто очень битый. Многие были словаки и как-то не добили наших. 4 минуты до конца. Одно очко пока что преимущество. Сейчас пойдут сразу дальше словаки. Надо, наверное, отступать, не сражаться за вторую нашим. Может, получится кого-нибудь принять у снайпера нашего. Находят, находят Анлима, но Анлиму зато удается зажечь пораньше словаков. Хедшот вешает там эпик солдату. Ну, и с первого Найра преимущество. Правда, вряд ли получится задефать, тем более, что там есть Хэвик на шпиле стоит. Да, нет, тут надо уже отступать на ласт. И, возможно, я не знаю, что сейчас выберут наша команда. Либо они будут дефаться 3 минуты, либо они пойдут на преимуществе. Сейчас очень важное и в то же время тяжелое решение надо принять нашему капитану. По-моему, решают выйти все-таки на убере или нет. Выходить опасно, но и реализовывать преимущество, по идее, тоже нужно. Выходят, да, решили выходить на убере. Надо быстрее пытаться выгрузить Хэвика. Медик уже убежал. Получается убить солдата и Димамена. Хэвика теперь. Так, убили, потеряли Демоса. Ну Хэвика-то кто-нибудь убить. Сделать уже минус 2 Хэвик. На ласту забегал скаут. Не получилось у него никого забакапить, не получилось. Прогорел на второй точке в это время DFT. Это, безусловно, хорошие новости. Потому что так бы у него было преимущество. Выходят наши на вторую точку. Минусится скаут. Агрессивно влетает солдат в зигу. Там кто-то... Скаут выходит нашего медика. Деф и того Дима. Минус 3 на минус 3. Ну вот сейчас бы не пропустить... Не пропустить пуш на ласт. Где наш Димамен, который должен трапить точку? Димамена не будет еще 3 секунды. Выходит Хэвик. Уже попроще будет. Нет, все. Хэвик встал на точку. Уже так просто не закапывают ее словаки. 2 минуты до конца. Убера, убер есть у Энайра. Пойдут, наверное, сразу. Оставили Хэвика на ласте. Нет, там Хэвика поменяли. Как бы сейчас не пропустить какой-нибудь бэкап-то? Ну вот умирают наши, у наших уже минус 2. Еще и Спая взял ласки. Посмотрим, пойдет он на ласт, скорее всего, бэкапить. Наши отошли с убером. Ой, прогорает убер. Минус 2 у сборной России. 1,5 минуты до конца. Ой, минус 2, все, еще, минус 3 уже, заходит словаки на ласт, и получается у них закапать точку, боже мой, за минуту до конца, сравнивают они счет. 3-3. 3-3. Но, кстати, по-моему, ничья устроит сборную России, поэтому нам особо расстраиваться-то не стоит. Главное сейчас не пропустить, ну, в смысле, ничья на второй карте. Сейчас главное хорошо, уверенно сыграть центр. Пока что у нас как-то получается. Делают уже наши скауты по минусу. Ой, Томатский запилил. Кирко и Найра, что ж такое-то? Двое живых остается у словаков. Это 2 скаута. Один остается Мара столько. Ну, если я... Если я все-таки все правильно понимаю, то ничья на второй карте устроит нашу команду. Да ведь? Эксперты в чатике. Ну и все, 20 секунд до конца. Возможно, кстати, даже получится взять раунд еще у наших. Ну, нет, конечно, вряд ли.
Ну, сейчас, конечно, последние 9 секунд осталось. Пойдут наши просто последний пуш. Пушка на ласте, снайпер на ласте. Все. Итак, счет 3-3. Счет на 3-3 заканчивается вторая карта. Напомню, что первую карту выиграла сборную России. И, блин, вот я ничего не путаю. Все хорошо же, да? Можно поздравить наших с выходом-то? Или там какой-то Golden Cup еще будет? Нет, Golden Cup, подождите. Нет, так а Golden Cup в любом случае очки-то расп... Или может им просто надо сыграть, чтобы очки распределились? Но, по-моему, уже не важно, кто выиграет Golden Cup. Да... да нет, не будет у обеих команд по 9, подождите. Так, ладно, смотрим мы Golden Cup. В любом случае, что бы там ни было. Выходит команда на центр. Тут вообще какие-то полеты от солдат. Разбивается адский. Занимается словаки центр, но у них уже минус 2. Надо нашим просто сейчас под хилом разбирать словак, что и происходит. Минус 3 у Словакии. Сейчас Сано попробует убить... Нет, Сано сейчас бы сам как-то не умер бы. Нет, Сано сам умирает. Заберут медиков Словакии, скорее всего. Пытается словацкий скаут, оставшийся последний. Вот еще вылетает аркада на Энайра. В две ракеты его убивают. Отличный просто с рылаута его аркадный солдат убивает. Просто отличная аркада от адского. Это было очень красиво. Часики зависли. Да, зависли, но это уже не важно, потому что Golden Cup играется без винлимита. То есть ребята будут играть до победного. Капается шпиль. Капается, в смысле, вторая точка. Ну, можно назвать это шпилем, не суть важно. Занимает лобби наши. Возможно, они пойдут сразу пушить. Нет, какой сразу. Ставится пушка опять у сборной Словакии. Будет супер деф через инженера опять. Посмотрим. Нет, наши не стали брать снайперов. Но убер-то одинаково. Надо было, наверное, взять какие-то офф-классы попробовать. Нет, по идее, за эту карту, за эту игру, наши уже получили 3 очка. Если даже они проиграют Golden Cup, они получат 4 очко. А Словакии максимум берут сейчас только 2 очка за победу в Golden Cup. Другое дело, что я не уверен, распространяются ли такие правила на Nations Cup. Просто для уверенности надо побеждать сейчас, в этом Golden Cup, и тогда точно все будет хорошо. И, видимо, так все и будет, потому что прогорели словаки, прогорели наши. Нет, хотя у наших минус 3 уже, какого черта. Они выходят на ласт. Остается один Дима только. И знает о его присутствии. Удается на него убить только Димамена. Нет, если словаки побеждают... На этом Golden Cup это еще будет 4-2 в пользу сборной России. Выходит на преимущество на убере на центр сборная Словакии. И попадает сейчас сценарий в Сано стрелой. Вешает там кому-то эпик хэдшот. Прогорают Словакии. Надо сейчас просто без оглядки, не оглядываясь, бежать Энайру. Но нет, он не хочет так убегать. Он смотрит вперед. Но все равно отступает в итоге. Теперь преимущество сборной России. Пойдут ли на минусе Словакии? Сейчас мы посмотрим. Там через компы, по-моему, заходят словаки. Нет, не пошли. Взяли нашу команду снайпера. Сейчас Эпик будет тут отстреливать кого-нибудь. Да, вот, в пользу России. Ну, сейчас будем смотреть. Там прыгает очень заманчиво вражеский солдат. Эпик видит его голову, но не попадает. Эпик попадает хэдшот по другому солду, зато попадает хэдшот еще по скауту. Лоу хпшные игроки словаков. Вылетают наши, зажигаются. Прогорают наши и прогорают словаки. Минус один на минус один.
продолжает раздавать хэдшот Эпик. Очень битый там солдат, он по-любому разобьется. Он не дает ему разбиться. Сейчас Эпик добивает его прямо при приземлении. Минус 4 у Словакии. Сано полетит, скорее всего, трапить респу. Нет, он трапит пока что только своего снайпера. Ну вот как загулял Сано. Ой, попадает баночку в дело. В медика, боже мой, какая банка от Сано. Не зря он сейчас наглел. Создал он своей команде стопроцентное преимущество в убере. Сам, конечно, умер, но это не важно уже. Аркада от сборной Словакии не удается забить с лопаты нашего медика. Пытается убить нашего Димамена. Нашим уже можно просто выходить на вторую. Ничего не бояться. Потому что очень много минусов у словаков. Эпик берет в руки сковороду. Капается шпиль. Я думаю, можно оставлять одного скаута и идти на ласт. Потому что тем более убер есть. Ну, убей медика-то. Горит убер. Не дает спрятаться в респе сейчас Эпик. Медику сборной Словакии. Убивает еще инженера. Отличный хэдшот от Эпика. И поздравляем мы сборную России теперь уже точно с победой над сборной Словакии. И уже точно с выходом в стадию плей-офф. Да, запись будет на моем YouTube-канале. Есть в описании стрима. Фух, отличная игра. Ну, конечно, потрепали нам нервишки ребята на процессе. Уверенно сыграли Badlands и... Так вот, как-то скрипя просто выиграли на процессе. Ну, не важно.